Сегодня Вашингтон впечатляет в том числе и организацией игры в средней зоне и в обороне вообще. Все отрабатывают так, как нужно, и не теряют позицию. Ну и мы уже с вами отмечали по ходу второго периода, что крайне мало пространства у хоккеистов Бостона. И они пропускают в четвертый раз. Александр Овечкин догоняет Брукса Лайка. 4-0. Ну, для кого 4-0, а для кого и 0-4. Нам показали Клода Жульена. Его эмоции понятны. Том Поти. Передача на средний пятачок. И Милан Лучич не смог помешать Овечкину произвести точный бросок. И вроде бы следил за ним, но так ничего и не смог противопоставить.